друзья! Добро пожаловать в Белоруссию! Мы находимся в прекрасном городе Могилев, и сегодня мы открываем сезон чемпионата по уличным боям «Стрелка». Сегодня знаменательный день, ибо мы впервые выходим в прямой эфир. Эксклюзивно на Триколор, мобильное приложение «Кино и ТВ» на Триколоре. Сегодня нас ожидает 11 боев, невероятное шоу, потрясающий чемпионат, где будут выступать самые яркие ребята, которые приехали специально сюда со всех стран и городов для того, чтобы показать себя. И как всегда по традиции, пару слов в начале нашего сезона скажет главный судья чемпионата по уличным боям «Стрелка» Вячеслав Киселев. Мы ждали этого, и вы ждали этого, и это случилось. И хотя сегодня не очень жарко, но это не останавливает парней бойцов. Они готовы выйти на песок и показать, на что они способны. Что вы ждете от них. Залезай. Песок уже готов. Женька Кореец уже здесь. И мы ждем первую пару бойцов, и это «Стрелка»! Запрыгивай в ринг. Я представлю ребят, которые будут биться в первом бою этого турнира. Туда, в тот угол. Пойдемте прогуляемся в ринг. В тот угол. Ну что, друзья, по традиции на «Стрелке», на чемпионате по уличным боям мы всегда представляем двух героев первого поединка. Ибо это непростые парни. И поэтому они сами скажут за себя, что хотят сказать. Расскажи про себя пару слов, давай. Костя, работаю грузчиком обычным. Верующий человек, который ходит в церковь, который хочет просто направить молодежь в правильное русло. Занимайтесь спортом и бейтесь до конца. Давайте поаплодируем Костину, это его первый бой на сезоне. А слева от него необычный парень с яркими волосами, который тоже скажет про себя пару слов, давай. Меня зовут Юрий, обычный парнишка, второй раз уже на «Стрелке». Ну, ребят, занимайтесь спортом. Все дальше после боя. Давайте поаплодируем Юрия. Красавчик. Ну что, а теперь мы слово передаем Жеке Корейцу, нашему второму судье чемпионата по уличным боям «Стрелка», который очень технично и педантично относится к борьбе. Бойцы на середину. Помним про правила, слушаем мои команды. Это «Стрелка», времени нет, судейских решений нет, поэтому все зависит от вас. Пожали руки. По углам. Готов? Готов? Бой! Давайте поддержим ребят, все-таки смотрят все! От вашей поддержки зависит этот бой. Возьми шею, руку ему отпусти, и руку прихватил. Через руку тяжело. Активней. Возьми чисто шею. Стоп. Центр. Готов? Готов? Бой! Отлично, отлично. Хорошо. Опа, молодец. Давай, пока его. Не остановили. Ну, давай его перемол. Нормально, Юр, держи. Вот так и зажми за руки. Молодец. Вставай. Какая тебе? Давай, 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 Все первый раз. И буду идти дальше вперед. По-моему, лаки панч был, вперед. Да? Сам не ожидал. Сам не ожидал. Ну иди, поделись впечатлениями. Чтобы все были спортивными. Иди, пускай объявят победителя. Вставай в середину, давай. Ну что ж, у нас есть победитель. Первый победитель первого сезона. Давайте поаплодируем. Да нет, по-моему, победил. А, ну да, красавчик, точно. Идите сюда, ребята, оба залезайте ко мне, давайте. Не убегай. Не собирал. Жесткий нокаут. Невероятный исход боя. Какие ощущения, впечатления? Расскажи на камеру.
Тряхануло маленько. Хорошо. Красавчик. Занимайся спортом. Все? Мам, привет. Правильно, давай еще. Больше никого не передашь? Все. Готовься, мы желаем тебе удачи. Это хорошее начало. Дай краба. Нормально, молодец. Давай, иди, Коля. Иди сюда, скажи пару слов. Это что, был святой удар или что? Ну, случайный просто выброс правой руки. Честно, самому было, переживал. Всем родным, близким привет. Всем друзьям, идите вперед, не бойтесь ничего. Занимайтесь главным спортом. Поддерживаем просто всех, нашу молодежь. Молодец, красавчик. Спасибо всем. Давайте поаплодируем святой и его коронный удар. Да, друзья, прямо скажем, это было не очень ожидаемо. Мы готовились к длинному поединку, и вдруг одним ударом все решилось. Это было круто. Пойдем посмотрим других ребят. Давайте прогуляемся опять в ринг и посмотрим, кто у нас следующий.